В Барнауле наводят чистоту и порядок. С 1 октября в краевой столице стартовал месячник санитарной очистки. И самые масштабные акции по традиции запланированы на середину каждой недели этого месяца. В первый чистый четверг на улице города вышло больше 1000 человек. Студенты, активисты Совета ветеранов, сотрудники различных компаний, представители власти. Так депутат Гордумы Сергей Струченко работал в сквере индустриального района. Сегодня были высажены 15-летние сосны, яблони, и тем самым данный сквер стал еще более благоустроенным и, я надеюсь, будет радовать наших жителей. Я уже сбился со счета, сколько я деревьев за свою жизнь уже посадил в городе Барнауле. Всегда приятно проезжать те места, где ты приложил свою руку, сердце и высадил то или иное дерево. Зеленая зона на пересечении улиц Взлетная Сергея Ускова появилась несколько лет назад. С тех пор деревья подросли, но жители просили сделать сквер гуще. Поэтому здесь дополнительно высадили 29 сосен, яблони и лип. Озеленению Барнаула уделяется большое внимание. Ежегодно в городе появляется около 1000 новых деревьев. И в ходе реализации нацпроекта по комфортной городской среде и в рамках муниципального задания, пояснил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. В следующем году будем планировать посадки на свободных территориях. А для того, чтобы обеспечить качественный рост высаженных деревьев, в этом году будут выполнены работы по устройству здесь автополива. И уже, я думаю, что проблем, с которыми мы сталкивались, в жаркие какие-то погодные условия с увяданием деревьев здесь больше не будет. Но кроме посадки деревьев, участники «Чистого четверга» в Барнауле собирали листву на аллеях и скверах города, уборка шла и на детских, и спортивных площадках, наводили порядок на памятных знаках и остановочных павильонах. Следующая масштабная экологическая акция пройдет через неделю, а общегородской субботник, если позволит погода, состоится 20 октября. Анастасия Дорогань, «День с толком».